Всем здравствуйте! В этом видео я покажу некоторые популярные рецепты из приложения Coffee Link от De'Longhi. Просто у многих это приложение не работает, поэтому, кому интересно, посмотрите данное видео. Здесь будут собраны самые популярные рецепты кофе, которые можно приготовить вот в данном случае на кофемашине Primadonna Soul. Также я выпущу еще следующее видео о том, как я установила данное приложение в Казахстане. Опять же повторюсь, у многих оно не работает, то есть версия, которая идет для Казахстана, России и Белоруссии, она не подключается к кофемашине, данное приложение не подключается. Итак, начнем. Вот первый рецепт. Butterscotch кофе. То есть кофе со вкусом ириски, я так понимаю. Вот, это у нас первый такой рецепт из категории «Самые популярные рецепты». Так, идем далее. Hazelnut кофе. Так, ну здесь, я как понимаю, с фундуком и вот шоколадным соусом. Можете ставить на паузу, чтобы успеть посмотреть рецепты. Идем далее. Чокоминт. Ну, я так понимаю, это да, что-то с мятным сиропом. Вот скажу сразу, пока что эти рецепты ни один я не пробовала готовить. Ну, поскольку кофемашину мы купили только один день назад. Вот, но думаю, что они должны быть вкусными. Нужно прикупить эти необходимые ингредиенты. И далее попробую приготовить и также вам показать. Так, идем далее. Deconstructed Nougat Espresso. Так, здесь какой-то соус сабайон. И еще что-то такое. Если честно, мне неизвестно. В общем, ставьте на паузу, читайте рецепт, кому интересно. Так, далее эгейви капучино. Здесь сироп агавы, апельсиновая цедра. Тоже такой своеобразный рецепт. Не думаю, что буду его пробовать. Идем далее. Apple Strudel, Германия. Думаю, этот рецепт меня заинтересует, поскольку яблочный штрудель в виде, так сказать, десерта я люблю. Поэтому думаю, такой кофе попробую приготовить. Следующий коузи кофе. Так, здесь у нас взбитые сливки, шоколадный соус, стружка темного шоколада, соус из белого шоколада. Думаю, тоже довольно-таки вкусный. Должен быть рецепт. Взбитые сливки я люблю, и шоколадный соус тоже. Можно приготовить во всех кофемашинах. Далее что у нас? Так, hazelnut кофе. То есть опять ореховый. Ореховый ликер, ореховый сироп добавляем. Думаю, тоже должно быть вкусно. Итак, раздел «Самые популярные рецепты» у нас закончился. Теперь покажу рецепты из раздела «Сливочные». Так, начнем с ванила афагата. Кстати, вот этот очень вкусный кофе. Я уже пробовала сегодня приготовить.
То есть мороженое, сиропчик заливаем. Но в данном случае амаретто у меня не было, и я налила Бейлис. Было очень вкусно. Ну, идем далее. Хани капучино. Так, ну, я думаю, это мед, да, все верно, мед. Соус из белого шоколада, взбитые сливки, печенье. Думаю, тоже очень вкусно. Вот это, наверное, следующий рецепт, который я попробую. А я обязательно я попробую сначала штрудель, немецкий рецептик. Так, ну, следующий, что у нас? Скоттиш мока. Так, холодное молоко, шоколадный сироп, шотландский виски, взбитые сливки, какао-порошок. Ну, я думаю, это понравится больше мужчинам. Так, ну, давайте далее. Так, оранж кофе. Видимо, с апельсином. Да, апельсиновый ликер. Молоко апельсинового цедра. Ну, такое кисленькое я не очень люблю. Поэтому, может быть, даже пробовать и не буду. Так, давайте дальше. Что у нас тут остается? Пламен чоколейт мокко. Так, со сливой, что ли? Да, сливовый сироп у нас тут, шоколадный сироп. Думаю, тоже интересный рецептик, только вот где найти сливовый сироп. Надо будет постараться. Так, ну и последний рецепт на сегодня. Sunrise Spicy Coffee. Так, ну здесь спайси острый, это как понять, что здесь у нас идет там. Не успела прочитать, чили был порошок, кардамон, но это что-то своеобразное. Кому нравятся такие экзотические рецепты, можете попробовать. Ну и на сегодня все. Спасибо за просмотр. Кому понравилось, можете поставить лайк. В следующих видео покажу еще другие рецепты, расскажу, как настроила данное приложение и, конечно же, обзор данной кофемашины.